Бюджет в 193 миллиарда рублей приняли депутаты законодательного собрания на очередном заседании. Главный финансовый документ на все три предстоящих года сформирован бездефицитным. Доходы и расходы на 2020 год составляют 194,6 миллиарда рублей. На 2021 год 198,1 миллиарда рублей. На 2022 – 201,3 миллиарда рублей. Мы прекрасно понимаем, что есть еще огромное количество направлений, которые мы бы все хотели профинансировать, но пока не включили в бюджет. Самый большой пакет поправок и самый большой приоритет, который у нас будет, над которым мы работаем плотно очень, это будет пакет, связанный с подготовкой к 800-летию Нижнего Новгорода. Расходы областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области. В соответствии с уставом региона выдержана социальная направленность бюджета. Расходы на отрасли социальной сферы, культура, образование, спорт, соцполитику и здравоохранение составят около 2/3 от общего объема расходов. Он бездефицитный. Львиная доля – это социальные расходы. Более 60% в нашем бюджете занимает социальная сфера. Почти 34 миллиарда – это средства нацпроектов. Парламентарии приняли поправки к главному финансовому документу по предмету первого чтения и ко второму чтению бюджета. В частности, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2020 году был увеличен на 10,7 миллиарда рублей в сравнении с первоначальными прогнозами. С учетом данных изменений, безвозмездные поступления из федерального бюджета в следующем году составят более 40 миллиардов рублей. В частности, дополнительные средства в 2020 году будут направлены на увеличение финансирование следующих статей. 872 миллиона рублей на реставрационно-восстановительные работы и сохранение объектов культурного наследия. 744,5 миллиона рублей на ликвидацию несанкционированных свалок и объектов накопленного экологического вреда. Более 1 миллиарда рублей на реконструкцию автодорог по улице Циолковского, улице Кузьмина, улице Светлоярская и строительство транспортной развязки в Сормовском районе. 905 миллионов рублей на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. 1,3 миллиарда рублей на ремонтно-реставрационные работы на стенах и башнях Нижегородского Кремля, а также на восстановление исторического облика фуникулера. Мы сегодня возвращались к первому чтению, потому что уже в процессе формирования бюджета состоялись там договоренности, которые, в соответствии с которыми мы получили еще 10 миллиардов рублей. Средства пойдут на мероприятия подготовки к празднованию города, парк Приокский. Это средства, которые пойдут на выплату по социальным контрактам, это средства, которые пойдут на выплату на второго и третьего последующего ребенка. Также на заседании было принято постановление об отзыве законодательного собрания на проект федерального закона о почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Мы понимаем, что Нижний Новгород, как никто другой, достоин. Мы очень рассчитываем, что этот законопроект, который, я уверена, в ближайшее время станет федеральным законом, позволит нам претендовать на получение этого звания в первую очередь. И Нижний Новгород будет в числе тех, кто получит его в первой пятерке. Артемий Катков, Алексей Завылов. Время новостей.